14 октября в Сочи стартовал 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студенчества. Фестиваль стал крупнейшим событием в сфере международного молодежного взаимодействия и собрал более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира. Туву представляет группа из 22 человек. В состав участников входят студенты Тувинского госуниверситета, руководители молодежных общественных организаций, а также работающая молодежь до 35 лет. Стоит отметить, что фестиваль – это площадка для диалога, глобальная форма коммуникации через дискуссии, культурную программу, спортивные состязания, через свободное общение найти пути противостояния тем вызовам, с которыми сегодня сталкивается молодое поколение. Участники фестиваля из Тувы уже перенимают опыт организационных работ по молодежным форумам. Принять опыт федерального значения, да, есть. Ну, особенно я сейчас смотрю на организацию, ну, самого фестиваля, да, что мы можем, допустим, когда, ну, наша республика, когда проводят наши региональные форумы, что мы можем принять у них. Очень много интересного и очень много, ну, многое можно привести в республику, в частности, организации форума, ну, нашего регионального форума. А также идей очень много знакомых, очень много интересных людей, с которыми мы сообщаемся. И в целом очень хорошо идет.